ты думаешь, сколько орехов нужно собрать, чтобы получилась целая куча? А, не знаю. Наверное, много. А много это сколько? Много? Это много! Нет, нет, нет. Давай все-таки разберемся. 10 это куча? Да, 10 это куча. А 2? 2? Это мало. Ну что это за куча, когда всего 2 ореха? 2 это не куча. А 3 ореха? 3? 3 это тоже не куча. Нет, это не куча. А 9? Ну, 9 это куча. А 6 орехов? Ты меня совсем запутал. Я знаю только, что куча это когда много. А если мало, это не куча. И больше я ничего не знаю. Мало – это когда все съел и еще хочется. А много – это когда больше уже не хочется. А ты не знаешь, где удав? Не знаю. Я с ним еще не здоровался. Я его зову, а он не отзывается. Странно. Он обычно такой отзывчивый. Удав! Удав! А! Вот он ты! Лежишь! Ну, лежу. Лежу. А почему ты лежишь? Ты, наверное, плохо себя чувствуешь. Да? Вздыхаешь? Ты заболел? А где у тебя болит? У тебя, наверное, болит голова. И хвост. И все остальное. Только не волнуйся. Не волнуйся. Ты скоро поправишься и сможешь ходить. Ну, нет. Я никогда не смогу ходить. Никогда. Что ты? Я сейчас! Сейчас! Скорей там! Скорей! Удав! Он очень болен! Надо что-то делать! Больному нужен покой. Что-то мне грустно, друзья. Грустно. Не нервничай. Не волнуйся, не волнуйся, все будет хорошо. Мы непременно что-нибудь придумаем. Но, друзья мои... Тебе вредно разговаривать? Очень вредно. Возможно, он перегрелся на солнце. Тогда его нужно отнести в тень.
Но, может быть, он простудился. Тогда его нужно вынести на солнце. Все-таки перегрелся. А мог и простудиться. Перегрелся. Простудился. Кто мог перегрелся? Кто простудился? Ты. Я? Ты. Ты. Ну, когда? Недавно. А почему я этого не заметил? Ты заметил. И сказал мартышке, что никогда не сможешь ходить. Правильно. Вот, я же говорила. Я никогда не смогу ходить, потому что я вообще не хожу. Я ползаю. Значит, ты не болен. Я здоров. А почему ты лежишь и не отзываешься, а? Почему сказал, что тебе грустно? Мне грустно, потому что я думал, как жаль, что мы знакомы друг с другом. Как? Разве тебе не интересно с нами? Ну что вы, друзья мои? Я хотел сказать, вот было бы здорово нам опять познакомиться. Опять? Ну да, опять. Я с удовольствием познакомился бы с тобой, мартышка, и с тобой, слоненок, и с тобой, попугай. И я бы с удовольствием. И я. Но мы уже знакомы. А мы давайте возьмем и еще раз познакомимся. Попугай. Мартышка. Слоненок. А я удав.